Сижу на качеле. На, Маша, иди отдай шишку. Ты, Маша поела шишку, там почти не было орешков, ну вот. Ну ладно. И забрали заказ. У меня подруга, когда заезжала, забирала сезон заказ. Я себе заказывала вот такую вот штукенцию. Да, прям так отдаем. Так, лобзик ручной по дереву. Тут еще 4 насадочки идет в упаковке. Да, Мариночка? Ну, потому что мороженое закончилось, надо в магазин за молоком идти. Так, вот, Марин, подожди. Все, тихо. Вот такой вот, короче говоря, лобзик. Мне надо сделать кое-какие домики. Поэтому вот заказала тут лобзики разные, насадочки. Будем пробовать делать. Короче, я для себя стала покупать инструмент, потому что не всегда мужа заставишь. Поэтому приходится самой зачастую делать. Поэтому вот такая вот штукенция пришла. Кривой, конечно, он какой-то. Видите, вот даже видно, что он кривой. Ну, ничего страшного. Ладно, вот такой вот инструмент. Мариночка, ручками трогать нельзя, он остренький. И сижу на улице, так хорошо, прохладно. Но бумажку можно трогать, а сам лобзик нельзя. Ладно, дорогие друзья, пойду заниматься делами. На дощечке. Но пилит хорошо, кстати. Захочешь что-то сделать, станешь мужиком. Да, Маша? Угу. Да, Марин? Что у нас с дровами? С дровами у нас все вот так вот. Пилится. Понемногу тут вот уже напилено. Он потом колоть будет все это. Маша, надо вот эту вот принести банку, вот эту вот красную рябину всю пособирать. И засушить надо вот ее. Она горькая сейчас. А то ее птица отдолбит. Ее и так тут поели уже. Ее нынче мало. А мне надо ее будет засушить. Так что вот такие вот у нас дела. Потихоньку что-то делается. Дрова перебираются. Что, Маша качаться захотела? Маша в этот костюм влюбилась. Многие пишут, что она постоянно. Она его на ночь стирает, днем опять одевает. А в него влюбилась в этот костюм, да, Маша? А что такое? Он ей нравится. Не знаю, Мариночка, выкинь. Так что вот такие вот дела. Сегодня еще наколет. Егорка тут уже колотый все стаскал. Наколет, потому что еще. Ну, аккуратно не упади. Тут еще вот молодая рябинка растет тоже. Классная. Так что вот такие вот дела. Да-да-да, Мариночка, только не свались. Ладно, дорогие друзья, если вам нравится наш канал, то подписывайтесь. И ставьте лайки. И всем говорим пока-пока. У нас... Уже 6 часов вечера, знаете, что-то так, чего-то такого охота. Я детям говорю, может, оладушки пожарим? Они, да, да. Мы, короче, пошли с Машей в магазин за кефиром. Да и дома туалетная бумага закончилась, надо купить. Пойдем сходим с Машенькой купим. Убрала велик? Ладно, идем. Прогулялись. Завтра пойдем еще за мхом? На тетеньки насобирать мух. А моя подписчица Оля, которая улиток заказывала. Я на мух насобирать. У них такого нету, а у нас тут его много. Подожди, подожди, Маш. И поэтому я сейчас буду стараться каждый день ходить в лес, собрать ей мух не на. Грибов все равно найти не можем, а муха наберем. На улице такая погода хорошая. А? Надо Оксану с собой брать. Оксану с собой брать? Зачем? И мы гуляем. Идем в магазин, то есть не гуляем, а идем в магазин. У меня жопа там хоть чистая, то я пошла и не посмотрела, что ходила в дом, то я пошла, ладно, идем. Сходили мы с Машей в магазин, но первое, что покажу, купила торт медовик с какао-кремом. Вот такой вот. 230 рублей. Дальше сейчас покажу все, что взяла. Ну, туалетную бумагу. Взяла два таких рулона. Это у нас какая?
Бумага таежная, нежная из Нефтекамска. И такие два. Ну, короче, 4 рулона бумаги. Так, литр молока, 2 литра молока, моркови корейской немножко, печеньки, еще одни печеньки. Пошла просто за кефиром. Литр кефира последний забрала. Так, тут 2 булки белого. И сейчас... Опа! Еще взяла также лук, свеклу и морковь. Сегодня буду кабачки переделывать еще. Или сегодня, или завтра. Посмотрю, как по самочувствию будет. И буду делать кабачки. Вот такие вот в целом все покупки были. Сейчас кипятим чай и пьем чай с тортиком. Так, дорогие мои, сейчас буду перебирать грибы. Вот такой вот сегодня у нас с Машей был улов. Небольшой, конечно, но хоть что-то. Сейчас просто нарежу и в морозилку их уберу. Хоть немножко потом где-то или суп сварить, или пожарить картошку. Уже будет вкуснятина. Всем добрый день, дорогие друзья. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. У нас день, и мы сегодня увезли телевизор в ремонт. Ну как увезли? Пока на летнюю кухню убрали, муж съездил, посмотрел это, где телевизоры сдаются в ремонт. И пока ничего не нашел. Сейчас, Ваня, подожди. Ну, батон там. И это, что-то не можем найти. Ну вот, как бы позвонила знакомому, знали, где лучше ремонтируют, потому что мы как-то сдавали уже одним, его уже 3 раза. И последний раз нам когда сделали, плохо сделали, и в оконцовке через год не прошло, он опять у нас сломался. Поэтому туда мы больше сдавать не хотим и ищем другую ремонт, где делают телевизор. Сейчас так, что мы остались без телевизора. И Ваня стало скучно, да, Ваня? Да. Да, Ваня прям мне мозги компьютирует. Сейчас музыка, да, у нас включена. Скучно, да, Ваня, тебе без телевизора? Вообще, да, скучно. Ой. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Всем добрый день. У нас сегодня на обед и на ужин будет вкусная крошка. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать. Сейчас сидела, монтировала. Мне сын забегает, говорит, мам, там к тебе, говорит, приехали. Мне позвонила знакомая, говорит, Настя, тут знакомая огурцы, говорит, продает. Будешь брать? Я говорю, возьму. И привезли мне огурцы, сейчас покажу. Так, тут вот 2 кабачка плюс еще. И вот такие вот огурцы. Сегодня будем солить с вами. Вот таких вот огурчиков. Ну вот за это все я заплатила 300 рублей за ящик огурцов и за 2 кабачка. Вот такая вот покупка. Всем добрый день. У нас распаковка вот такой огромной посылки. И сейчас мы с вами ее распакуем. Ну что, приступаем. Кое-как распаковала, потому что оно очень сильно запаковали. Ну и как вы догадались, это снова пришли куклы. Но уже куклы другие пришли. Сейчас я их распечатаю, и мы посмотрим, какие там куклы. Так, вот эту вот первую буду распечатать, потому что тут она легко открылась. И первое, что я вижу, вот такие вот розовенькие туфельки. Я приношу извинения за то, что дребезжит все, но вот... Так вот приходится, пока дети на улице, вот такие вот туфельки. Распаковывать не будем их. Дальше кофточка. Такая классная, большая. Как вы видите, уже ноги здесь. Так, аксессуары. Разные, как и в тех куклах, что мы до этого распаковывали с вами. Туфля одна нашлась. Так, где вторая туфля? А, вторая туфля вот в этом наборе. Просто да, оно высыпается здесь, ребят. Пакетик рваный и высыпается. Ну, смотрите, какая огромная туфля. Приношу извинения за то, что свет загородили.
Вот такая вот огромная туфля. Классная. И посмотрите, какая она. Так, волосы. Волосы. У этой длинные волосы. Неровные немножко, а так, в принципе, классные, ребят, вообще. Вот такие вот ручки, все вот целые. Слава тебе, Господи. Юбочка. Даже в трусиках в этот раз. Такая юбочка красивая. Колготочки такие, чулочки на ней. Она вся сгибается. Но вот такая вот в целом кукла у нас получилась. Большая. Напомню вам то, что длина ее 40 сантиметров, высота куклы. И акция 2 по цене 1 идет. Вот это первая кукла. Сейчас я ее сюда отложу. И мы с вами распакуем вторую куклу. Вот с этой стороны тоже. Потому что уже распаковано немножко. Поэтому сейчас будем так открывать. Так, ну тут мы с головы начали, да? А значит, саму куклу достаем. Тут вообще она вся запечатанная. Так, посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас, ребятки, платье. Такое вот красивое платьишко. Платьишко хорошенькое, красивое. Также наборчик идет. И туфельки белые. Так, в коробке больше ничего нету. А почему нету кедиков? Где кеды? Обидно. Досадно. Ну ладно. Жалко, конечно, что кедов нет со второй куклой. Сейчас посмотрим, какая она. Распечатаем с вами ее. Она уже завернута вообще прям идеально. Ох, какая, ребята, она красивая. Вот такая вот красавица. Волосы тоже упакованы. Волосы длиннее, чем у предыдущей куколки. Ну, вот такая вот красота. Без трусиков. И немножко тело по-другому сделано. Ну, а так в целом вообще классно. Видите, какие тело большое. Куколка тоже очень хорошая, большая, крепкая, красивая. Но только то, что второй пары обуви нету. Но я продавцу напишу, но вот почему-то только одни туфли. Второй пары туфлей нету. Должны были вот такие же вот быть кеды, но другого цвета. Ну вот в целом, дорогие друзья, вот такие вот сегодня у меня две куклы пришли. Ну вот одна без обуви. Ну, конечно, продавцу напишу, но не знаю. Ну вот, в целом, вот такие вот красавицы пришли. Напишите в комментариях, какая вам больше нравится. Ну и ставьте лайки, если вам понравилось сегодняшнее видео. И всем говорим пока-пока!